Здравствуйте, в эфире новости и итоговая программа. В студии 7 канала Вологды Александр Соколов. В студии 12 канала Череповца Виктория Пименова. Здравствуйте. И мы уже готовы рассказать о самых интересных и важных событиях, которые произошли в Вологодской области за эту неделю. Сегодня в выпуске. Почему каждый год в воде гибнут сотни вологжан? О причинах расскажут специалисты. Доноры, спасенные ими люди, а хватит ли в области крови, чтобы вылечить всех больных? На Вологодчине гостила делегация из Белоруссии. Что ищут белорусские промышленники в нашей области? В Тотьме работает первый музей русской Америки в России. За какие заслуги в честь вологжанина в Соединенных Штатах отчеканили медаль? Ежегодно во время отдыха на реках и озерах гибнут сотни вологжан. На этой неделе печальный список пополнился. На Ягробе утонул 32-летний рыбак. По сведениям областного МЧС, произошло это 11 июня в районе 7-го причала. Трое пьяных мужчин двигались на двух надувных лодках с мотором. Один из них спал во втором плавсредстве, которое буксировали. Когда он попытался встать, лодка перевернулась. Найти тело до сих пор не удалось. За последний месяц это второй человек, который утонул в акватории Череповца. По области число погибших на воде более 200, и в основном гибнут те, кто предпочитает принимать водные процедуры в нетрезвом виде. Эту проблему обсудили на этой неделе на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Вологде. По мнению специалистов, алкоголь на пляже нужно изымать, а нетрезвых отдыхающих наказывать. Причем к этой работе необходимо привлекать полицейских. КВД просьба, то же самое, пусть усилить патрулирование на пляже, пусть очень много пьяных. Жара будет, полезу с пивом, с водкой. А пьяные на жаре, вообще крыша едет и делают, бог знает что. Гнать их оттуда вообще. Ну, естественно, если так, на законном основании. Другая острая проблема – катастрофически не хватает оборудованных пляжей. Таких в области чуть больше 20. Необорудованных, стихийных – десятки, если не сотни. Точное количество никто не берется назвать. А это значит, там нет ни спасателей, ни вышек, ни медицинских постов. В Череповце 4 официальных пляжа, в Вологде – 1. И тот не соответствует нормам. И хотя работы там ведутся уже не один год, чистится дно, завозится новый песок, ремонтируются скамейки, зонтики, нареканий у специалистов огромное количество. Городскому пляжу Вологды в настоящее время замечания, указанные в предписании прошлого года, где мы прописывали, что необходимо сделать, планировать и выполнить, до сих пор не выполнены до конца эти мероприятия, хотя я скажу, есть сдвиг в лучшую сторону по сравнению с прошлым годом. И поэтому уже составлен протокол за невыполнение прошлогоднего предписания. Часто, чтобы спасти жизнь человека, нужна помощь доноров. «Больше крови, больше жизни» – под таким девизом прошел в этом году Международный день донора. По всей России в этот день организовываются специальные мероприятия. В Нижнем Новгороде прохожим прямо на улице предлагали определить группу крови. В Липецке в честь праздника устроили байк-шоу. В столице свою кровь сдавали звезды театра и кино. У нас праздник отмечался не так громко. Наградили почетных доноров, чествовали донорские династии. Оказывается, есть и такие. А главное, в этот день сотни вологжан пришли на станцию переливания крови с единственной целью – помочь другим, помочь выздороветь и часто просто выжить. В прошлом году донорскую кровь в Вологодской области перелили 35 тысячам больных во время операции и при различных заболеваниях. В Череповце в день донора говорили о дефиците сразу нескольких групп крови. Много ли граждан, которые готовы сдать кровь? Поддерживает ли это желание государства? Чтобы ответить на эти вопросы, на станцию переливания крови отправилась наша съемочная группа. Это отделение гематологии Первой городской больницы. Здесь лечатся череповчане с заболеваниями крови. Среди них, по этическим причинам, мы не показываем этого человека, пациент с лимфомой. Еще недавно здоровый мужчина, сейчас в 43, весит как совсем еще юный подросток. Заболевание поражает многие органы и как будто высасывает из человека все соки. Если организму не помогать донорской кровью, такой больной проживет всего около месяца. Между тем, сейчас сразу две полки холодильника на станции переливания крови Череповца практически пусты. Слишком много крови отсюда каждый день забирают лечебные учреждения города для больных. В настоящий момент у нас острые дефициты третьей положительной группы крови и первой отрицательной. То есть на фоне всех остальных групп, которые есть, у нас не хватает сейчас. Поэтому приглашаем доноров.
И это в праздник, Международный день донора. Его отметили на этой неделе 14 июня. Доноры в этот день не сидели с бокалом за праздничным столом, а, как обычно, спасали жизни. Многие из них отдают свою кровь совершенно бесплатно, даже несмотря на то, что практически все льготы отменили на федеральном уровне. Раньше почетные доноры бесплатно ездили на общественном транспорте, меньше платили за коммунальные услуги, пользовались льготами в протезировании зубов. А еще ходили в отпуск только летом. Теперь всего этого нет. Осталась небольшая льгота в виде проездного билета за 300 рублей и ежемесячная доплата в размере примерно 800 рублей. А в остальном все как и у тех, кто сдает кровь за деньги. 2 отгула и 145 рублей на обед. Лидерами по сдаче крови считаются те регионы, в которых на 1000 жителей примерно 19 или 20 доноров. Вологодская область по этим показателям примерно в серединке. В Череповце из 1000 горожан 13 доноры. Государство выделяет фиксированные суммы на оплату обедов и компонентов крови. Это значит, что на станцию переливания может прийти определенное число человек, которые сдадут определенное количество крови. Определенное не значит достаточное. Медики регулярно бьют тревогу о нехватке той или иной группы. Изменить ситуацию смогут только те доноры, которые пожелают спасти чью-то жизнь бесплатно. Алексей Осипов – почетный донор. Это значит, уже больше 60 раз он сдал плазму безвозмездно. Предлагал и другим присоединиться к делу спасения. Родственникам предлагал. Кто-то ходил, сдавали, сейчас дают. Андрей Гришин – донор начинающий. Эта донация, так называют разовую сдачу крови, для него шестая. Если вижу объявление о сдаче крови, где требуется донора, то я всегда отзываюсь по мере своей возможности. Вопросы донорства в ведении врачей-трансфузиологов, а забор крови – задача медсестер-эксфузионистов. Почти все они сами доноры, например, медрегистратор Тамара Новожилова. Она донор почетный, уже собрала коллекцию всех возможных медалей. Есть и простой значок в виде капли крови. Его Тамара Яковлевна получила в день первой сдачи крови, было это 40 лет назад. Как пришла работать на станцию, сразу же стала донором. По приходе на станцию у нас уже все доноры. Мы инициаторы этого дела и должны первыми идти на помощь. Каждый день переливание крови и ее компонентов требуется десяткам череповчан. И если бы доноры вдруг решили перестать помогать другим, счет потерянных человеческих жизней в год пошел бы на тысячи. Если взять для примера статистику 2008-2009 год, это было порядка 600-700 литров, что касается эритроцитарных компонентов, то за 2009-2010 год, если брать на конец года, то это уже порядка 900 тысяч литров компонентов только эритроцитарных. На каждом пакете с кровью специальные значки. Они обозначают группы крови. Открыл их австрийский биолог и иммунолог Карл Ланштейн. Всемирный день донора отмечается в 192 странах мира именно в его день рождения. Потому что миллионы людей на планете обязаны своей жизнью Карлу Ланштейну и донорам. После того, как главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко запретил возить овощи из стран Евросоюза, вереницы грузовиков отправились за товарами из России в Белоруссию. Там развернулась по-настоящему бойкая торговля, а цены менялись день ото дня. И все же не хлебом, а точнее огурцом единым. Белоруссия – важный партнер Вологодской области в самых разных отраслях экономики. На этой неделе на Вологодчине гостила большая делегация из республики. Возглавлял ее председатель концерна «Беллесбумпром» Владимир Шульга. А в составе были промышленники, предприниматели, представители Белорусской торгово-промышленной палаты, первый секретарь-консул отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге. Цель визита – обсуждение программы сотрудничества между Вологодчиной и Беларусью. По каким направлениям будет развиваться это сотрудничество, узнала Людмила Алексеева. Можно потрогать, да? Да, пожалуйста. Вологодское кружево как сказка. Такое впечатление произвели шедевры местных мастеров на белорусов. Чтобы выплести такую салфетку, профессиональной кружевнице понадобится не меньше 10 дней. Материал-то здесь не такой дорогой. Материал немного. Дорогой. А здесь в основном труд. Труд, да. 10 дней. Конечно, красиво. Это ж надо уметь еще вот этими палочками. Да, вот так все. Ну, всю жизнь плетал, в общем-то, деньги не проблема. В Беларуси тоже есть кружево, но не так много и не так качественно, как у вас, отмечают гости. Когда я увидела платье для невесты, мне прям так захотелось, чтобы моя невеста тоже была в этом платье.
как раз невестка, когда нет, у меня сын, и он как раз скоро вот женится. И у меня сразу вот такая мысль появилась, потому что столько вложено, ведь это большая работа сделать. Такие красивые узоры. Я восхищена. Впрочем, приехали белорусы к нам не только полюбоваться кружевом и местными красотами. Прежде всего дело. Оценивается оно в 350 миллионов долларов. На такую сумму Вологодская область с Республикой Беларусь обменялись товарами только за один год. Они везут к нам молоко и мясо, одежду и обувь, поставляют сельскохозяйственную технику. Одних тракторов белорусы продали волокжанам 200 единиц. В свою очередь, в ближние зарубежье из нашего региона уходят металл, лес и минеральные удобрения. Сегодня сотрудничество с Республикой Беларусь – это интенсивный товарообмен и, подчеркивают в областном правительстве, крепкая дружба. Дружба длиной в 5 лет. Соглашение о сотрудничестве Вологодской области и государства Беларусь было подписано еще в 2006 году. Такой прецедент был создан. Обычно международное сотрудничество межрегиональное на уровне регионов. А здесь нам Министерство иностранных дел Российской Федерации согласовало вопрос подписания соглашения, так называемого, диагонального между регионом и страной. С тех пор белорусы и вологжане встречаются ежегодно. Вот и нынче более 20 предпринимателей приехали в Вологду со своими предложениями. Одни только начинают бизнес на Вологодчине, другие уже успешно работают. Предприятие «Полимерконструкции» обещает, где нужно провести на Вологодчине воду. Белорусские очистные станции уже работают в Бабаево и Великом Устюге. И точно так же, если в ваших районах есть проблемы с водой, мы можем помочь своими технологами, подготовить проектную документацию, подготовить какие-то рекомендации, дальше вместе работать, чтобы население получало чистую воду. Ни по телефону, ни в интернете, а в большом зале. Сегодня искать деловых партнеров стало заметно легче. В торгово-промышленную палату пришли 40 вологодских предпринимателей. Одним нужен товар, другим – рынок сбыта. Наша роль торгово-промышленной палаты именно как мостик между предпринимателями, чтобы они нашли друг друга, познакомились друг с другом и лицом к лицу провели свои встречи не по телефонным переговорам, а за столом. Десятки предложений и выгодных контрактов. Живое общение приносит хорошие результаты, отмечают стороны. Семиминутных решений как бы не бывает, особенно в экономике. Но я рад, что те представители предприятий, которые приехали сюда на Вологодскую землю, за 2 дня они получили определенные результаты. Вот пример там Гомель стекла. Он сказал, что за прошлый год поставили товаров на 40 тысяч долларов, а за 2 дня он нашел партнеров по бизнесу на 150 тысяч долларов. Совместная работа Вологодской области и Беларуси – это не только деловое сотрудничество. Мы обмениваемся опытом в образовании, науке, молодежной политике и здравоохранении. Наши отношения развиваются и имеют хорошую перспективу, отметил на встрече с представителями делегации республики глава региона. В областном правительстве обсудили вопросы партнерства предприятий льняной отрасли Вологодчины и Беларуси. Фирмы республики активно участвуют в международных выставках-ярмарках «Российский лес» и «Российский лен». Восхищение белорусская делегация выразила и по результатам экскурсии на вологодские предприятия. Сокольский ЦБК – это пример для подражания, отметил Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром». Здесь нет красивых заборов, цветущих газонов, и люди работают на морально устаревшем оборудовании, но они получают прибыль. Здесь есть чему поучиться, говорят белорусы, и намечают новую встречу. На этот раз в гости поедут вологжане. Уже этой осенью. Накануне Дня медицинского работника в Череповце обсуждали скандал, разгоревшийся в медицинском ведомстве. В его центре экс-глава Череповецкого здравоохранения Феликс Фарбер. Его обвиняли сразу по 2 статьям – халатность и превышение должностных обязанностей. По версии обвинения, он не принял мер по реализации вакцины и не дал возможности перераспределить ее по другим медучреждениям области. А скопившиеся за несколько лет излишки заставил списать главврачей больниц и поликлиник, чем нанес урон казне более чем на 500. Тысяч рублей. Чиновнику грозило наказание – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и штраф в размере до 120 тысяч рублей. Следственные действия и сам судебный процесс заняли несколько месяцев. На этой неделе суд вынес решение. Феликс Фарбер признан невиновным. Вот как объясняет решение суда сам чиновник. Вакцина должна поставляться с запасом на случай эпидемии. Поэтому остатки бывают всегда, и вернуть иммунобиологические препараты обратно в областную столицу невозможно. Обратное направление
вакцина, например, из города Череповец с третьего уровня холодовой цепи на областной склад города Вологды было невозможным, потому что это запрещено Санпином. По крайней мере, я рад, что справедливость восторжествовала. Я не сомневался в том, что я не виновен. А теперь к другим событиям Вологды и Череповца в рубрике «Параллельным курсом». Такого в Вологде еще не было. Сразу 10 машин сгорели в ночь с четверга на пятницу. На Примине на 10 сгорел один автомобиль. Еще два пострадали. На Ленинградской 113 выгорело два автомобиля. На Ленинградской 150 одно авто сгорело полностью. Еще 4 соседних сильно пострадало. Основная версия, которую выдвигают сотрудники полиции, это поджог. Сразу же была создана следственно-оперативная группа. В нее вошли сотрудники как городского, так и областного УВД. Для того, чтобы раскрыть эти преступления, специалистам понадобится помощь свидетелей. Полицейские просят всех, кто видел, как вспыхнули машины, позвонить по телефонам в Вологде. 76 30 14, 76 30 20 или 02. Нарушение правил дорожного движения стоило жизни вологодской пенсионерки. Днем во вторник под автобус 15-го маршрута попала пожилая вологжанка. Вот что об этом происшествии рассказывают очевидцы. Водитель иномарки затормозил, пропуская бабушку. Она вышла на соседнюю полосу, увидела автобус, ахнула и пошла, продолжила движение в этом направлении. Автобус, соответственно, увидев ее, когда она вышла на эту же полосу, стал тормозить, уходить вправо. Но как бы не успел затормозить и сбил бабушку. Пожилая женщина скончалась еще до приезда реанимации. Дорогу она переходила в неустановленном месте. А водитель автобуса, по словам сотрудников ГИБДД, слишком поздно заметил пешехода. Выводы о его действиях в чрезвычайной ситуации теперь предстоит сделать следователям. Кстати, это уже вторая трагедия с общественным транспортом, которая произошла на улице Конева за последнюю неделю. Несколькими днями ранее там под колесами автобуса погибла 3-летняя девочка. 36 домов, 174 вологодские семьи в скором времени будут расселены из ветхого и аварийного жилья. На эти цели областная столица получила из федерального бюджета субсидию в 200 миллионов рублей. Как рационально распределить эти средства, в минувшую среду решали депутаты Гордумы на внеочередной сессии. Выбрали две основные цели. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту – это порядка 70 миллионов. И на обеспечение мероприятий по переселению граждан – это 133 миллиона. И вдобавок к этим средствам в бюджете заложены средства городского бюджета, это порядка 40 миллионов. Причем, как подчеркивают специалисты, эти деньги пойдут на покупку вторичного жилья и на строительство нового. Уже в ближайшее время областная столица должна предоставить документы и проекты. Как только их утвердят, в Вологде будут подбирать участки для новостроек и проводить конкурс на выполнение работ. В департаменте имущественных отношений не скрывают. Бумажная волокита может занять несколько месяцев. Так что новоселье в этом году вологжанам не грозит. А вот на капитальный ремонт надеяться можно. Адреса, попавшие в заветные списки, опубликовано на сайте городской администрации вологдапортал.ру. На этом же сайте можно найти информацию и о событии, о котором сейчас говорит весь город. О фестивале молодого европейского кино «Voices». Подготовка к нему сейчас выходит на финишную прямую. В четверг в вологодские кинотеатры поступили первые копии фильмов, которые вологжане увидят уже через пару недель. Всего их будет 70. Из Испании, Франции, Мексики, Польши, России и, конечно, Италии. Ведь именно году Италии в России посвящен фестиваль этого года. Впрочем, не только киносеансами запомнится нынешний фестиваль. Мастер-классы от мэтров мирового кинематографа, встречи известных актеров со зрителями, закрытые показы – все лучшее, что было на «Voices» в 2010-м, обязательно сохранится. В 2011-м по красной дорожке пройдут Павел Лунгин, Хью Хадсон, Александр Сокуров и Ксения Рапопорт. Ожидается и приезд самого оригинального переводчика страны – «Гоблина». Билеты на все фильмы фестиваля «Voices» поступили в продажу на этой неделе. В среднем их стоимость от 70 до 250 рублей. Киногурманы смогут приобрести специальные киноабонементы. Правда, их организаторы выпустили в ограниченном количестве. Так что стоит поторопиться. Закончился суд по делу супругов, которые зарабатывали на смерти граждан. Напомним, Андрей Царев, руководитель Череповецкого отделения судмедэкспертизы, и его супруга Вера Царева, хозяйка ритуальной фирмы,
попали в поле зрения правоохранительных органов в январе 2010 года. Семейная чета была заподозрена в незаконном взимании платы за хранение тел умерших в городском морге. В ходе расследования дела было выявлено 83 потерпевших череповчанина. Они платили деньги за услуги, которые должны были предоставляться безвозмездно. Андрею и Вере Царевым следователи вменяли статью Уголовного кодекса «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Андрею Цареву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А его супруги и партнеры по бизнесу 3 года условно. Большинство потерпевших, которые предъявили иски, должны получить свои деньги обратно. Шутка телефонных террористов стоила 500 000 рублей. В Череповце подсчитали ущерб, который придется компенсировать горожанам, которые сообщили в полицию о заминировании 4 крупных торговых комплексов города. Сумма составила 424 тысячи рублей. Это потери бизнесменов и затраты на работу спецслужб. Напомним, в конце апреля и начале мая в дежурную часть городского УВД поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в 4 крупных торговых комплексах города. Одним из телефонных террористов оказался 12-летний мальчик. Затем сообщение продублировал 29-летний мужчина. Но на этом звонки не закончились. В результате разбирательства сотрудники уголовного розыска задержали еще 2 человек 17 и 33 лет. Известно, что эти злоумышленники познакомились, когда лечились в психиатрической больнице. Добавим, что о коммерческой подоплеке в этом случае речи не идет. По словам подозреваемых, им интересно было посмотреть на работу экстренных служб. Удовольствие оказалось не бесплатным. Лучших врачей Череповца чествовали в камерном театре. В среду, в преддверии Дня медицинского работника, грамотами отметили 40 специалистов. За отличный труд и профессионализм врачи получили награды от Министерства здравоохранения, департамента и мэра города. Лучших в профессии чествуют традиционно. Среди награжденных не только старший, но и средний, и младший медперсонал. В этом году лучшим врачом года стал Леонид Боголюбов, заведующий кардиологическим отделением 1-й городской больницы. На церемонии награждения присутствовали первые лица города. К фестивалю европейского кино «Войн» изготовится в Череповце полным ходом. Идут работы в Доме музыки и кино «Комсомолец», который примет гостей. Чтобы обновить это здание, было выделено почти 900 тысяч рублей. Все работы должны быть завершены к 1 июля, чтобы 6 июля дать старт фестивалю «Voices». Он пройдет на Вологодчине до 10 июля. Впервые полноценную фестивальную программу принимает «Череповец». Любители интеллектуальных фильмов смогут увидеть 10 картин из разных уголков мира. Мы продолжим через несколько минут, а пока реклама.